Приветствую вас. Как правильно вести себя в этой ситуации, чтобы что? То есть вот какая цель у вас, Анна? Что вы хотите, собственно? То есть если вы хотите вернуть мужчину и гармонизировать отношения, это одно. Если вы хотите в себе разобраться, например, это другое. То есть тут вот в зависимости от цели нужно смотреть. Вообще, как бы, исходить желательно из того, почему мужчина так решил. То есть почему мужчина решил вот внезапно, ну, может быть, не совсем, внезапно пожить отдельно, то есть что его на это как бы сподвигло, да, вот. Значит, если это проблемы какие-то в ваших отношениях, то, соответственно, правильным самым будет, значит, рассмотреть с вашей стороны возможные причины, почему он решил пожить отдельно, и, значит, соответственно, эти возможные причины устранить. Вот. Если это какое-то отношение к мужчине, если это какие-то ваши действия, если это какое-то ваше поведение, если это какие-то ваши там, поступки и так далее, то все это нужно так или иначе переоценить. Я не говорю, что это нужно прям менять, да, но переоценить стоит точно. Ну, особенно если вы хотите, чтобы, ну, чтобы ситуация изменилась, да, вот, ну, особенно, если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, особенно, если вы хотите, чтобы ситуация как-то вот стала другой, да, да, чтобы она нормализовалась, грубо говоря. Вот. Такой вот момент. Если же человек решил пожить отдельно сам, да? То есть, если это, ну, просто вот его решение, человека. И вы, как бы, вот к нему, да, к этому решению не имеете отношения, то тут в таком случае, конечно, имеет смысл просто позволить человеку это сделать, позволить человеку действовать так, как он хочет действовать, то есть дать ему, условно говоря, то, что ему нужно, вот, этот раз хочет побыть отдельно, пусть побудет, вот, ничего в этом страшного нет, решит свои проблемы, ну, скорее всего вернется, вот. Такая вот история при любом раскладе на
человека лучше не давить, при любом раскладе лучше ни к чему человека не принуждать, вот, при любом раскладе лучше крайне вот, я бы сказал, аккуратно взаимодействовать с мужчиной, потому что, ну, очень легко можно человека от себя оттолкнуть, вот, очень легко можно человека от себя оттолкнуть, а потом будет, в общем-то, весьма сложно вернуть все назад. Особенно при, там, при условии, если человеку это, ну, там, к примеру, да, действительно нужно какое-то время побыть одному. Вот. И хотя вам, безусловно, это может быть неприятно, вот, вы можете принимать это на свой счет, но это справедливо только в том случае, то есть только в том случае справедливо принимать это на свой счет, если у вас в отношениях что-то по обоюдной, ну, по обоюдным причинам что-то произошло, или что-то происходит, вот. В остальных случаях, в остальном, ну, вот, во всех остальных случаях, да, во всех остальных моментах, я думаю, что вы ни при чем, вы не можете вмешиваться в то, что происходит с вашим мужчиной, у него есть право быть одному, если он этого хочет. Вот. С другой стороны, вы можете и должны донести до него, что ждать бесконечно человека вы не собираетесь, и что вы его, конечно, понимаете, вы понимаете его желание побыть одному, вот, но как бы напомните ему, что нельзя забывать о вас, о том, что вы, собственно, тоже живой человек, что у вас могут быть свои потребности, что у вас могут быть свои желания, что у вас могут быть свои какие-то представления о том, как отношения вообще развиваются, вот. И что вот, что вы этой мужчиной учитывал обязательно. Вот. Мне кажется, что такой подход максимально полно защищает как ваши интересы, вот, так и интересы мужчины, вот. Потому что, ну, совершенно понятно, что кого-то отделять в этом
лучше нельзя. Да? Это было бы крайне несправедливо. Крайне несправедливо было бы обвинять. То есть не защищать ваши интересы, а защищать только мужчину. Ну, только его интересы только. Ну и, конечно, только мужские интересы защищать тоже является не совсем верным. Вот. Я вот просто надеюсь на, то, что вы более четко, наверное, формулируете вопрос, да, то есть более четко скажете, что вы хотите, вот, от нас, от психологов конкретно, вот, чтобы мы могли вам помочь, вот, чтобы мы могли лучше понимать проблему, которую вы, ну, в которой вы находитесь, лучше понимать проблему, которую вы сейчас проживаете, конечно же, вот. А я думаю, что вот примерно таким может быть ответ на вопрос, который вы задаете. В любом случае, совершенно в любом случае, значит, желательно понять, почему так произошло, вот, желательно понять, почему так случилось, вот. Без этого ситуация будет, ну, понятно, не до конца. Вот. Вот так, так можно ответить вам. Я надеюсь, что вам это было полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать любому эксперту, их мы будем рады вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим и оцените таким образом мой труд. Вот, я желаю вам всего хорошего, желаю вам всего доброго, я надеюсь, что ситуация, которую вы описываете, разрешится. Я надеюсь, что ситуация, которую вы описываете, станет другой, станет лучше, я очень на это надеюсь. Вот. Я надеюсь, что вы сможете найти выход из, ну, из нее, из этой ситуации, вот, я надеюсь, что наилучшим образом разрешится ваша история, и вы не расстанетесь с, значит, ну, с человеком, вот, а вы все-таки будете вместе, то есть продолжите, образно говоря, продолжите быть вместе, вот. Такая вот история.
На этом все. Удачи вам. Всего вам самого доброго еще раз.